Знаешь, тебе бы стоило клиентам чаще новости сообщать. А то все думают, что ты, ну, сдох. Опять он со своими сетями. Которые я не знаю, если ты вдруг заметил. Но у меня дело и так по горло. Куда мне еще этим заниматься? Надо смотреть на вещи реальным взглядом. Ладно, я сделаю телеграм-канал. Но чтобы больше на меня так не смотрел. Эй, зритель, заходи на наш телеграм-канал. Новости, мысли, факты, фанатское творчество, дискуссии и дурдом для всей семьи. Ждем в гости всех желающих. Желающих нагадить я жду лично. Да, спасибо, тетя Бася. Все ссылки в описании.